Инспектор МЧС предупреждает, что выходить на лед пока рано. Однако ценители подледного лова еще неделю назад расчехлили свои удочки и уже в выходные вышли на первую зимнюю рыбалку. А 30 ноября в 9 утра в отделении МЧС раздался звонок, что появилась первая жертва. Под лед провалился мужчина. Рыбак вышел на лед водоема в районе Заборских островов. Лед там составляет от 2 до 3 сантиметров. В связи с чем произошло это проламывание льда, и человек утонул. Несмотря на отсутствие сильных морозов, с конца ноября рыбаки стали выходить на лед. Сначала сидели у самого берега, теперь с каждым днем продвигаются все дальше. Для большинства рыбаков важен не результат, а сам процесс. Однако спасатели настоятельно рекомендуют не выходить на лед, ведь погода за окном непостоянная. На улице то плюс, то минус, и это напрямую отражается на состоянии льда. Выходить на зимнюю рыбалку можно будет не раньше середины декабря, когда ударят настоящие зимние морозы.